Не знаю, как вам, а я ощущаю себя бегуном на большую дистанцию. Бегу, куда-то бегу в этой жизни. И периодически останавливаю себя и говорю: остановись, полюбуйся, как красиво, посмотри. Кажется, что потом наступит время, когда можно будет любоваться природой. Но это не так. К сожалению, за бегом в этой жизни жизнь проходит. И некогда оглянуться. У нас сегодня минус 27 ночью, но сейчас потеплее. Но все равно морозец. Но сейчас не об этом. Я хотел вам показать свою новую красоту, новую прелесть. Мешают эти автомобилисты нам разговаривать и смотреть. Еле влезла она сюда в машину, в Крету. Посмотрите. Мой новый пароводяной котел. Котел на 250 литров. Да, он немножко подушатанный, подмятый, грязный. Но самое главное, это советский ПВК, гильза от советского армейского ПВК, который используется в армии для приготовления еды солдатикам. Он на 250 литров, он бушный. Я его купил за 5000 рублей, пришлось ехать за 100 километров от дома. Специально остановился вам показать его, да? В Кингисепп ездил за 5000 рублей. Это мой товарищ Кирилл, красавчик просто. Нашел этот ПВК, нашел его через Авито. Я тоже его видел на Авито. И там была цена указана. 5000 рублей и, по-моему, 120 литров было сказано. Эти автомобилисты. Было указано, что он объемом 120 литров. А мне он на 120 литров маловат. Мне нужна приемная емкость для перелива сусла при варке пива, ну, в общем, промежуточная емкость. Я посмотрел, что 120 литров, и думаю, мне он не подойдет. А Кирилл увидел фотографию и говорит: слушай, он не на 120 литров, а на 250, езжай и бери. Позвонили этому товарищу, который продает. Он сказал диаметр, высоту, и я понял, что это просто мечта. Кирилл мне его переделает, я обязательно вам покажу, как он будет выглядеть потом, от пескоструйной, с ножками, со сливами, с тенами и так далее. Кроме того, этот ПВК я планирую использовать для того, чтобы можно было сделать из него мойку для бутылок, покажу, что получится, кегомойку, и вообще много для чего он подойдет, в том числе брагу там можно ставить на брожение, крышка мощнючая, тяжелая, с гидрозамком. В общем, красота. Я уверен, что вы со мной согласитесь, особенно когда я получу его уже в окончательном виде. А сейчас у меня руки примерзли уже. Поэтому поехали в путь.